Друзья, всем привет! Грешно быть на Ближнем Востоке и не воспользоваться этим обилием различных фруктов, овощей, и все это честно за копейки. Вот смотрите, у меня есть вот такой фенхель. Он свежий, душистый, классный. Вот он просто, он наисвежайший. В Москве такого не купишь. У меня уже был салат из фенхеля. Сегодня, да, салат с апельсинами был, точно вспомнил. Сегодня покажу салат в лимонно-чесночной заправке. Он будет сумасшедший. Простой, быстрый, ну и качественный. Поехали готовить. Первым делом для этого салата нужно приготовить заправку. Чтобы заправку приготовить быстро, нам надо взять блендер, сюда 3 зубчика чеснока, чуть-чуть петрушки вместе с палками, будет классно. Обязательно лимон. В лимон можно вот так вот потыкать ножом, хотя тут лимоны, они с дерева, они безумно сочные. Видела в стену. Вот, прям вот мякоть, не стесняясь, добавляем. Самый основной вкусный момент. Убрал хлопья чили, у меня есть натуральный, остренький перчик. Ну, поскольку товарищи не очень любят острое, половинку, без зернышек. И туда же. А теперь грамм 50-70 оливкового масла. И на этом у меня масло закончилось. У меня еще бутылка припрятана, не переживай. А теперь взяли наш блендер, чтобы долго с ножами не мучиться. И смотрите. Такой цвет дает оливковое масло вместе с чесноком. Заправка для салата готова. Знаете, что забыл? Пару крупных щепоток крупной соли. И душистый черный перец. Будет супер. Что-то я сегодня все забываю, все меняю. Мне не кажется? Еще чуть пробили. Теперь великолепно. Уберите, пожалуйста. Почему же? За что же? Теперь наш фенхель. Верхний. Срезаем, убираем. Смотрите, все свежее, все беленькое. Прям класс. Произвольно. Как вам нравится? Он достаточно жесткий в нарезке. Запах свежего укропа и немножко аниса. Волшебно. На две маленькие головки нашего фенхеля половинку небольшой головки лука. Больше не надо. Я четвертинками колец нарежу. Фенхель с луком убрали. Маленькая баночка. 130 грамм тунца. Руками немного разминая, добавим к нашему фенхелю. Наша заправка. Смотрите, какая. Чеснок, оливковое масло. И перемешаем. Поверьте, по запаху это просто волшебно. Чуть-чуть остроты, свежести и рыбного привкуса от тунца. Наш салат готов. А попробовать? А попробовать? Сначала украсить, положить, а потом попробовать. Ну ладно, ладно, я вижу твой взгляд. Ну как? Да, вкусно. Друзья, вот смотрите. Веточка фенхеля и веточка кинзы. Ты зря у меня перед лицом этим сейчас крутишь. Понравилось, да? Очень. И соус такой сбалансированный, вот такая небольшая острота в конце. Послевкусие такое прям очень приятное, да. Друзья, приготовьте обязательно. Помните, готовить это просто, вкусно, быстро. Всем пока-пока. Лайк, подписка, пожалуйста. До скорых встреч. Пока-пока. А я пока съем все это.